Совсем скоро, 9 мая, наша страна отметит 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В столице и в большинстве регионов страны пройдут парады, праздничные концерты, митинги и патриотические флешмобы. Как этот день проведут жители Тверской области, они рассказали нашему корреспонденту. Не шашлыком единым. Согласно опросу жителей Твери, граждане отмечают праздник 9 мая. И ведь это не просто красный день календаря выходной. Это память о бесконечном героизме и жертвах народа. Ведь война в июне 41-го постучалась почти в каждый советский дом. Сегодня, спустя почти 80 лет, тех героев, которые отстояли свободу страны и мира, помнят и чтут. С возложения цветов к обелиску Победы начинается 9 мая в тверской семье ГУС. Эту традицию заложило еще старшее поколение много десятков лет назад. У нас дедушка воевал. И, естественно, почитаем память ежегодно. С утра обязательно мы ездим на парад. Мы всегда прикладываем цветы. Я прививаю детям обязательно все традиции, память. Поздравляем пенсионеров. Даже если это наши незнакомые абсолютно люди, мы все равно подходим. Поздравляем, мы очень сопереживаем. Младшие члены семьи также принимают активное участие в праздничных патриотических мероприятиях. Ходим с родителями на парад, там погуляем, да, в кафешку зайдем, с друзьями пообщаемся, вспомним погибших. На парад Победы в столице Верхневолжья соберутся как жители Твери, так и гости города. Он пройдет с размахом, как и в прошлом году, на улице Советской. Будет задействована военная техника, как действующие, так и раритеты. В таком формате парад стал настоящим подарком для тверичан. В прошлом году он собрал 1000 человек. Еще одно мероприятие, собирающее огромное количество людей – бессмертный полк. Житель Твери Александр Фролов на протяжении нескольких лет участвует в акции. Мой отец – участник Великой Отечественной войны. Воевал здесь самые страшные годы войны. Фролов Иван Федорович, подполковник. Мой дядя тоже летчик, всю войну прошел. Вот с ними портретами я и хожу. Во-первых, люблю свою родину. Во-вторых, для меня мой отец – это пример. И также воспитываю дочь свою в духе патриотизма. Бессмертный полк пройдет 9 мая. В Твери шествие начнется в 15:00 у стелы «Город воинской славы» на улице Советской. Колонна начнет собираться в 14:30. Тысячи жителей Твери будут нести по городу портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Среди них будет и депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев. Мы всегда традиционно с семьей ходим на этот праздник, ходим к захоронениям, к воинским. В Волынском захоронении всегда бываем. Ну и, конечно, обязательно с портретами наших предков, я, моей дочери, жена. Конечно, идем, сливаемся вот в этом едином порыве, вот в этом едином полку, где эти сотни и сотни тысяч колышущихся вот этих вот портретов наших предков, вглядываемся в эти лица героев. В 2020 и 2021 годах акция проходила в формате онлайн в связи с пандемией, а в 2019 собрала на тверских улицах 35 тысяч участников. А это говорит о том, что память героев жива, их помнят и чтут.